Украинский политзаключенный Александр Костенко находится в посольстве Украины в Москве. Об этом в Фейсбуке написала уполномоченный президента в Минской гуманитарной группе Ирина Геращенко. По ее словам, планируется, что Костенко вернется в Украину приблизительно в понедельник-вторник, если на границе обойдется без сюрпризов. Я напомню, вчера крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии номер 5, которая находится в городе Кирово-Чепецк, Кировской области.